Уважаемые зрители, просьба присаживаться поудобнее, и приятного вам просмотра. Исполнительница роли вокалистки Екатерины с псевдонимом Гера в сериале «Сваты» подхватила коронавирус. Анна Соливанчук написала в соцсети, как это случилось, и высказалась о смерти. Актриса сообщила в Инстаграм, что в ее дом пришел COVID-19. Первым заболел муж, он чувствовал себя неважно, поднялась температура, тело ломило. Результат сданного на инфекцию теста оказался положительным, затем супругу стало намного лучше, недомогание прошло уже на следующий день, а у актрисы появился кашель, ломота и высокая, 39,8, температура. При этом ей нужно было кормить ребенка, совсем недавно Анна во второй раз стала мамой. Анна лечится всеми подручными средствами, сбивает температуру, ест витамины, принимает средства от боли в горле и размышляет, что ее ждет. Но о смерти не думает, ведь уверена, что будет долго жить. Подписчики выразили надежду, что все это пройдет быстро, легко и без осложнений, и пожелали актрисе держаться и... Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, и всего вам доброго.